с подбитым глазом, с фонарем одним. Машина едет в бездну напрямик. Кто я ей? Быть может, проводник, а может, тот, кто восстает иным. Машина едет в ад. Постой, домой. Нет, все же в преисподнюю, пожалуй, там пекло, там безмолвный часовой. Кого там ждут? Водителя? Пожалуй, машина едет напрямик туда, где ждут и всех водителя и племя. И кто есть неведомый двойник, об этом вдруг узнавший на мгновенье?